В 2020 году начнут реставрацию Николаевского собора в Калязине. Решение принято на заседании Президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Сейчас затопленная звонница является главным символом города и привлекает множество туристов. Поэтому важно провести реставрацию как можно скорее. Памятник истории архитектуры разрушается. Для этого колокольню уже передали в собственность региона и составили необходимую проектно-сметную документацию. Мы такое решение приняли, что мы сразу после передачи, надеемся, она произойдет в текущем году, приступим к ремонту этой колокольни и сделаем так, чтобы эта колокольня выглядела достойно, и чтобы все люди, которые приезжают, туристы, которые проплывают, могли бы наслаждаться внешним видом.